Показываю про эти пакетики Лол. Вот я открыла упаковочку. Здесь получается внутри сюрпризы. Всего бумажных таких вот пакетиков 5 штук. И в каждом свой сюрприз. Я нашла видео, где вскрывали. Все не запечатанные. Поэтому я их открывать не буду. Но я скину фотографию. То есть там идет, вот здесь похоже вроде карандашик. Здесь сверху чувствуется как пушистый такой брелочек. А это маленькая, это, по-моему, резиночка, тематика Лол, стирательная. Здесь маленькая, тоже вот оно так в виде Лол, красивая упаковочка. Такая резинка для волос. Здесь, по-моему, блокнотик, тоже тематика Лол, для записей. И здесь вот идет брелочек, тоже такой он пушистый. Ну, я фото прикреплю, покажу. Наличие у меня, по-моему, сколько... 6 или 7 наборчиков есть.